В Карачаево-Черкесии еще на один газифицированный населенный пункт стало больше. Сегодня долгожданное голубое топливо пришло в дома жителей аула Верхняя Теберда. Праздник аульчан разделил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, который поблагодарил за терпение, пожелал добра, уюта и благополучия каждому. О том, как прошло знаменательное событие, расскажет Алла Динаева. Для жителей аула Верхняя Теберда этот ноябрьский день ознаменовался знаменательным и долгожданным событием. Завершили строительство и ввели в эксплуатацию газовые распределительные сети. И теперь в дома более 500 жителей поступит голубое топливо, а в республике еще на один газифицированный населенный пункт стало больше. В 2021 году состоялся ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода высокого давления Карачаевск-Теберда общей протяженностью 26 километров. И с этого момента началась поэтапная газификация населенных пунктов Тибердинского ущелья, сказал глава республики. В следующем году мы закончим газопровод и до самого, наверное, уже завершающего этапа, это поселок Домбай, и там уже приступим тоже так же к распределительным сетям. Но в следующем году в котельную Домбая газ у нас поступит. Да, Олег Ильич? Да. Поэтому для нас это очень важное событие. Я хочу поблагодарить газовиков, хочу поблагодарить лично вас, Олег Ильич, весь коллектив, конечно, строителей, которые строили. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить жителей Тибердинского ущелья за многолетнее терпение. Но мы с вами видим, что потихонечку мы эти вопросы решаем. И в ближайшее время до 1 января 2026 года Карачаево-Черкесия будет газифицирована на 100%. Верхняя Теберда – это уже третий населенный пункт, который мы подключили к центральному газоснабжению, сказал Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии догазификация очень востребована, а по темпам ее реализации наша республика находится в числе лидеров. Получить газ стало еще проще благодаря региональным мерам поддержки. За счет средств республиканского бюджета строится газопровода непосредственно до дома абонента. А для льготных категорий граждан субсидируются внутридомовые работы и приобретение газового оборудования. С важным событием жителей Высокогорного аула поздравил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Олег Дергачев. Эстафету принимает Верхняя Теберда. В скором времени жители Нижней Теберды и самого города-курорта также получат природный газ. За последние два года действительно нами в ауле Верхняя Теберда было построено 10 километров распределительных сетей. И сегодня я могу сказать, что все работы завершены, и мы готовы к пуску газа в населенном пункте. Верхняя часть аула, которая газовой инфраструктурой пока еще не охвачена, в рамках программы социальной догазификации тоже будет газифицирована. Создана сегодня техническая возможность по 209 домовладениям в ауле Верхняя Теберда. Подано заявок 90. Обращаюсь к жителям аула. Просим вас не затягивать с подачей заявок, так как это занимает определенное время. Можете обращаться в «Газпром» и по всем тем каналам, которые сегодня определены. Наша задача заключается как раз в том, что «Газпром» вместе с республикой обеспечивает, с руководством республики обеспечивает как раз подведение газа земельным участкам ваших домовладений. Наша задача заключается в том, чтобы каждый из вас воспользовался этой программой. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным данная программа объявлена бессрочной. Благодаря поддержке президента России, совместной работе с «Газпром» обеспечат природным газом домовладение Верхней Теберды. Сегодня в домовладение семьи Байчоровых пришло благо цивилизации, и они радушно встречают высоких гостей, делятся эмоциями и благодарят. Ну, спасибо вам большое. Нет предела нашей радости, нашей благодарности. Я хочу искренне слова благодарности сказать в первую очередь президенту и жителям, которые столько лет терпели и ждали. Поэтому слова благодарности я обязательно постараюсь передать нашему президенту.
А от всех нас еще раз слова благодарности вам за такое терпение. Не нарадуется сегодняшнему событию хозяйка дома Айсанат Байчурова. С приходом голубого топлива управляться домашними делами будет легче, а дома сразу стало уютнее, говорит она. День для вас очень значимый. Да. Как будто заново родилась я. Так ощущаю себя. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Верхняя Цибирда.